Сейчас мне нужен будет небольшой реквизит для нашего следующего номера. Как вы поняли, я надеюсь, день без транспорта начинался вдоль маршрута ветки метро. Соответственно, он завязан на метро. Ну и песня наша вторая, она про метро, шуточная. Вот. Написал ее как специалист в области автоведения, так скажем, попроще. Вот. А ее, собственно, специальность называется этим? С упрощением. Имею право. Нет, с запинкой. Она у меня немножко по-другому звучит. Она уже ночью в кошмарах ему снится. Вот, вот. Так, Антон, твой реквизит тебя ждет вот здесь, в этом волшебном носке. Вот носок. А вот он висит. А нет, да я не забыл. Ах, ты не забыл, ну вот опять тебя висит специально. Там больше? У меня глиняный. А у тебя глиняный, а у меня стеклянный. Давай. Так. Ну что, кстати, ты в тему очень басовым голосом поговорил сейчас. Он нам сейчас очень пригодится. Павел Юрьевич, прошу. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — библиотека имени Твардовского. По ступеням подземелье нам спускаться суждено. Ты сонный путь с похмелья, каждый день не без метро. Радиалка кольцевая, кросс-платформы переход. Здесь уклоны и кривая, машинист состав ведет. Можно спрятаться и скрыться в подземельях от войны. На кольце можно кружиться и восьмые видеть сны. Здесь собаки, как и люди, знают, как куда попасть. И филевка всех рассудит, и кольцо согреет всласть. А во избежание террористических актов, уважаемые пассажиры, приводите с собой своих домашних любимцев. От серпушки до алтушки можно время прожигать. А еще можно на пушке с неформалом запухать и запухать. Лёша, твое здоровье. Будь с нами таким же классным. Делай все. Вот. Деревка напомнит нам беднягу мальчиша, что убит был живодером, сердце лезвием ножа. Лишь как каждому расскажет, что в метро много столиц. Эскалатор же заставит заглянуть в полтинник лиц. Бесколоменская торговля, там открытый перегон. Чудо-нож для резких кровли предлагают на вагон, на вагон. А чудо-ножа сегодня не будет. Вашему вниманию предлагается кешмар из Африки, то есть из Мексики. Всего 100 рублей недорого, покупай, налетай. Даже тема перегона есть еще при текстилях. Только что-то не припомню торгашей я на берегах. По ступеням подземелья нам спускаться суждено. Нам на праздник новоселья лучше ехать на метро, на метро. Касаемо дежурного эскалаторной службы, просьба переобуваться в тапочки, приходим на эскалатор. Бегаем! Славно, что в замкада дали, прибыл метрополитен. И пометимся, достали гимны транспортных проблем. АПЛ теперь все знают, здесь Покровка и Арбат. Русич поезд нам гоняет, акварель магнитный взгляд. От Сокольников до парка можно помнить эту нить. Где-то там в годах 30-х метро начала ходить. По ступеням подземелья нам спускаться суждено. Москвартрансу нет доверия, есть доверие метро. Станция библиотека имени Твардовского. Уважаемые пассажиры, поезд дальше не идет. Просьба вылетаться из аудитории.